будет целых два. Разговорчики с судьей. Это что же получается? Ты нападающая судья? Ну хватит. Первый тайм подходит к концу. Андрюшка, защищайся. Штрафной 11-метровый удар. За грубую игру защитник Андрюшка ударяется... удаляется с поля! За что? За неспортивное поведение! Раз, два, пять, шесть, девять! Нюшка, Кирюшку жалко! Попрошу болельщиков сдерживать свои эмоции. Самое небо. Не беда. Полетает, полетает и вернется. Какое-то у меня нехорошее предчувствие. Смотри, не накаркай. Кажется, мы сломали небо. Как это? Сломали? Очень просто. Видел, куда мячик полетел? Ага. Вот-вот. Мячик большой, а звездочки такие маленькие. Вот он и сбил одну. А может, и не одну, а целое созвездие. Ой! А мамы нас не накажут? Не волнуйся. Всю ответственность я беру на себя. Говорили тебе, не каркай. Ух ты! Нюшка, ты это... Чего делаешь? Бую небо синить. В этой бочке небо? Фу, вот бестолковый. Это не бочка, а ракета. Сейчас мы ее построим, полетим на небо и заколотим дыру. Какую дыру? Черную. Это как это? Это, Кирюшка, словами трудно объяснить. Чего-то в этой ракете не хватает. Секундочку. Так, посмотрим. Ну, конечно! Кирюшка, а ты буквы знаешь? Ага, букву Р. Осторожно, очень ценная вещь. Если что... Будет как парашют! Нюша, а что такое «если что»? Если – это если откажут двигатели. А что – это что ты, Андрюшечка, тогда делать будешь? Я?
А двигатели там в этой ракете? И нет. А это ты видел? Да. У меня дома есть такой же, только больше. Как-то плохо получается. Последняя? Самая, самая, многоскоростная. Нет, Кирюшка, сначала надо подготовить скафандр. В этом деле мелочей не бывает. Не жмет? И да, облегчит твое дыхание. Это шлем. И помни, Андрюшечка, мы с тобой. Ой! Молодец. Теперь высунь руки. Держи крепко. Начинаем предстартовый отсчет. 5, 4, 2. Стой! А чем космонавт будет небо чинить? Правильно! Ему потребуется молоток и гвозди. Вот и шлем пригодился. Ну что, готов? Возвращением на родную землю. Нюша, а ты говорила целое созвездие. А еще я говорила, полетает, полетает и вернется. Второй тайм! Кирюшка, ты спрашивал про черную дыру? Вот, полюбуйся. Вот это? Ну, может и не совсем. Ну, очень похоже.